Привет, друзья! Пару дней назад я вам рассказывала, что получила первый вывод с Prime Capital, и сегодня я вам расскажу, как его делать. Так как мне пришли реферальные вознаграждения, я хочу их вывести. Кто не знает, Prime Capital – это швейцарская финтех-компания, основанная на концепции устойчивости к рискам. Prime сочетает в себе технологические решения для получения прибыли на 5 различных рынках, имеет уникальную экономическую модель и партнерские отношения, которые открывают возможности для страхования капитала инвесторов. Prime Capital может получать прибыль, одновременно используя ресурсы 5 крупнейших инвестиционных рынков. Эти рынки были выбраны на основе возможности реализовать на них уникальные торговые стратегии и инструменты финансирования. На протяжении 2019 года финансовые инструменты Prime Capital демонстрировали высокие показатели эффективности. При использовании на рынках Forex и криптовалюты скальпинговые и трендовые боты демонстрировали среднюю ежемесячную доходность 16-22%. Однако тренд-бот фондового рынка показал прибыль всего 6-8% за тот же период. В 2020 году из-за повышенной волатильности рынка в результате кардинальных изменений в экономике ботам даже удалось многократно достичь 30% успеха. График цены токена PRM движется вверх. Возможны незначительные колебания, которые повлияют на небольшое изменение курса. Стоимость токена PRM составляет $1.12. Более подробно об этом вы можете узнать в телеграм-канале проекта. И если у вас появятся вопросы по поводу проекта и инвестиций, то вы можете смело писать в русскоязычный чат, администраторы отвечают довольно быстро. А 6 декабря состоялась очередная Zoom-конференция с SEO проекта, которая будет проходить теперь каждое воскресенье. В видеоконференции были обсуждены последние новости проекта и было объявлено о новом партнере. Это команда профессионалов в сфере финансов и информационных технологий, международный производственный кооператив Paramynex Finance, который объединяет пайщиков более чем из 196 стран и занимается управлением капиталом на финансовых рынках. Это партнерство – отличный вклад в развитие платформы и еще одна причина инвестировать с Prime Capital. Реферальные клиенты, инвестирующие через Paramynex Finance, получат дополнительные гарантии плюс страхование гарантийными продуктами компании напрямую. Итак, как же сделать вывод реферальных накоплений? Для того, чтобы посмотреть, есть ли они вообще, переходим в меню и нажимаем на вкладку «Офис партнера». По моей ссылке уже зарегистрировалось 4 пользователя, 2 из них внесли депозит и приобрели инвестиционный план. Итого мне было начислено $20 реферальных вознаграждений. 9 из них я уже вывела и хочу вывести еще 9. Для этого переходим во вкладку «Депозит и вывод», нажимаем кнопку «Вывод», выбираем бонусный кошелек, а там, где написано «Вывод в», нажимаем «Внешний кошелек». Указываем адрес кошелька, куда нужно будет отправить вывод, и сумму. И нажимаем «Подтвердить». В скором времени на ваш кошелек поступит средство. И хочу напомнить вам о конкурсе. Раз в неделю я буду выбирать счастливчика из моих рефералов, которому будет отправлено 100 токенов PRM. Для того, чтобы получить вознаграждение, необходимо зарегистрироваться по моей реферальной ссылке, которую я оставлю в описании, и приобрести инвестиционный план, а в комментариях к этому видео оставить свой юзернейм, который вы указали при регистрации, и ваш адрес кошелька, куда можно отправить токены. И остается только ждать своего вознаграждения. В скором времени я проведу этот конкурс. А на этом у меня все, друзья. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!